Бедного Bounty Hunter с дерьмом смешал. Жалко такого было. Там еще видос на ютубе вышел. С Пуджом, кстати, только с другим, где я с тысячниками играл. Ссылка на видос. Так, ты еще не подписан на мой ютуб канал? Дружище, советую подписаться, чтобы не пропускать ролики. Бля, хотите, для, так сказать, первонахов, покажу контент. Вчера на дачу ездил собирать маме кровать. Родители купили участок. Ну, не мои, крестная моя купила участок с домом. Там, типа, большой дом. Для трех семей, для... Сейчас я подумаю, что взять. Ладно, я вот так... Короче, для трех семей, для моей, для ее, там, и дочерей ее, короче. И типа, каждому своя комната. Моим родителям там комната. И мы, типа, обустраивали там мебель. Так вот, контент вчера собирали. Я чуть не дособирали, но... Это кровать. Ну, там еще, правда, не распаковано ничего, но тем не менее. Кровать с матрасом. Там неровно немножко стоит, но неважно. Кровать выглядит, кстати, супер круто. На дачу. Это у меня мама губа не дура. А это контент стримера пернул вам в ухо тупо. Вот, да. Еще и шкаф собрали. Бля. Да запарил, блин. Ну что, он опять на джагере играет? Нет. Ладно, попробую немножко другой билд. Кучеряво живем, да. Очень. Купили дом. Спустя 2 месяца там в зимой прорвало котел, весь дом в 3 градуса, ничего не греется. Кучеряво живем. Да. Ну вообще мы можем побывать. Фантастическая пятерка на месте. Что за фантастическая пятерка? Команда Fantastic Five. Вот. Да, я в команде. Ну как, я тестился в тиму. Они меня потестили в течение 2.5 недель. Даже я так не поиграли. И они здесь еще 2. Ибо у него, кстати, это жопа вываливается, видите? Я только сейчас увидел. На быче, когда он прыгает, жопа вываливается. Короче, и оказалось сегодня, они тестят другого чела на 4. И, типа, у меня нет кого. Хотя в расписании было написано, я слышу еще один игрок, и поэтому я удивился, что не я. Я думал, что не будет кого. Пойдем хукать игроков. Так, ну это какой-то непонятный джаггер. Явно. Походу это саппер какой-то. Не знаю, профиль, но у меня в друзьях есть, я не знаю, кто это. Нормально, у меня 4 стика все. Че, думаю, худфер шмоткой просто купить. Ну, они очень много теряют, за что меня убить. Чуть поплотнее буду, я думаю, я переживу их рассказ. Тачка 3 еще возьмет линию у нас, все, там еще куплю. Хороший хук, кстати, был. Такой солидный, я бы сказал. Умер. Someone team with me to refill storm bottle. Leech, probably. Try to pull. I can block the wave. Да, может быть, это травоманса с фейка, 30 игр подряд на миньоре. Не-не-не, даунбрейкер. Не-не, это, скорее всего, 9 класс. 9 класс, это ты? Лич. Ну, у Джаггера нет игры, ребят, совсем вообще. Вообще ничего не фармит. Я даже не хочу фейзы делать, если честно. Ну, типа, против тени неплохо.
Я хочу просто купить клок или кольцо сначала, а потом клок. И сделать хут, там очень много магурона. Я думаю, это вообще супер ворф. Дамаг же хукнет линии, чтобы крутилку еще дать. Ну, я держу линию, Джаггер где-то лес. Он не получил последние три пачки вообще, 0 XP, 0... Все. Я впервые выигрываю линию на быче на хайпотесте на 9000 вирейджи. Ого. Дед инсайды на месте. Плюс чат, если любишь маму кеп. Аккуратней с курьером, тут борт может быть так. Набор. Раст идет. Ну я стою на минах вот здесь, типа он не пройдет. Смотри. Да. Что-то не хватает урона. А чё на шторм 7 уровне? What is this, man? Ну ладно, пусть он комбакается с таков. Может его себе взять, но... Да, ну это вообще пиздец, парни. Пуш Тэч сейчас отъебывает свою линию с говно, а мы жрём все остальные, правильно? Топсон на миде. Здесь вард, скорее всего. Поставишь трэп? А, ты есть, да, здесь? Сейчас попробую. Но лича не особо хочется. Тайни из миссии, maybe he has blink. Но он меня не может убить на тени, ну никак, я не верю. Здесь тайни, тайники. Тани из Риджи. У меня сальва есть, можешь в мою сторону пойти, я тебе дам сальву. Чек реверанс. Да, у них один Топсон, это даунбрейкер, блин. Существую на всякий случай. У меня может под тавер тоснуть под кого-то, и я там умру, только так. Просто шторм купил мидас. Ну что это такое? Ну вот, ну как? Как это понимать? Просто мидас. Он прыгнул. Ладно, сейчас блинком Люшинси. Че, дармор не хочу брать? Не буду я его брать. У меня блинк летит. Подожди чуть на феникс, сейчас мы убьем его. Mm-hmm.
На мины. Это тебя винер, блин. Вот тебя винер на быче играет. Вот это да. Они наши руны забрали. You can take this, I guess. I can kill Blurren. Бычка плюс течка потаскивает катку. Название для ролика. Есть яйцо? Я могу скушать героя. Так, ладно, it's a good fight. They wanna play Thrusta Voice Blurren. Can we use Chrono, Phoenix, Sunray and kill them? В Терме вообще мразь играет нереально. Просто хочется ему с Моника вылезти и пятки вам на сяру дать. Бычка-блестечка, говорит, два героя, которые выигрывают ему катку. А этот сынишка, имел в виду. Ну не хочет доту играть по какой-то причине, вот, ну не знаю по какой. Ну армор нужен теперь. Да, ощущение. Ладно, я куплю лотус, наверное. Это лучшая шмотка в этой катке. Да, сейчас поезд с раз того разбора. Там тени еще бежит, вот такой. А, нет, тени не видно. Инвест сама. А теперь да, без. Бегу бот. Бля. Ох, ну почти. Штука меня спасла только что. Что я столько промазал. Они как будто меня видят каждый раз, когда блинкаюсь. Довольно странно. Хорош. Тычка реально хорош. Все это взорвал. Ранг 1000 на 1000. Это один из, ну, короче, самых таких адекватных, пока что всю историю, которых я любил на, видел на ХПТС. Помимо Травыча. Вот прям, не побоюсь этого слова, он реально хорош. Прям, от него чувствуется. Он ничего не говорит, просто молча минирует, я ему говорю, где взрывать, и все. А тут мина как-то был. Сейчас хукну. Попробую, или убьешь. Найс. Гем? Там гем, я никак не могу забрать. Я понял. У меня хп нету. Гайс, 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 ты use everything on me. Ну мы сейчас панишь-то. Ой, вы же хуёвая хрона. Не знаю, стики хут навел, но сразу дух. Да не, нормально всё. Я там по четверым прыгал с шардом. А. Хрону.
Your middle tower is under attack. 5 seconds for me. Дай башню, бро. Тинигем забрал? Да, тинигем. Тинигем. Хрона была крутая. Я все нажал, и стики, и худ в полете, но... У меня все дали, ну типа, добряк дуф впитал. Меня где-то было видно здесь вижен. А у меня no vision прыгнул раз. Найс. Time is money. Time to push me. Ну, повезял, у меня просто speed to kill. Guys, we can kill them here. Че, ты всех убиваешь там? А я достаю разве? Да? Ну, до джаггера, да. Где он там заберет? На это, на воде. Storm, take this. Почекаешь пиццами здесь? Я с гемом. Так можешь сам дропнуть, не? Ну вообще да. Думаю, раз отэпнулся буду опять, он все время будет бежит. Думаю, там чего, нереально тильти после того будет. Я очень сильный. Я идти не могу убить. Не хочу его выбрать. Просто что с Мидасом в лесу. Вот заслуживает он победы, YouTube, так сказать, привет, YouTube. Скажите мне, этот человек на шторме с Мидасом первой шмоткой и... Я думаю, здесь только победа заслуживает минер. Все, даже я не заслуживаю. Ну это не 9 класс на точке, на другой плечо. А, засолил Тинни. Был мой. Упс. Гем выпал. Бля, я думал, у него выпал. Бери на штурме, убеги просто. Он не русский. Тейк. И русский. Я курой полетел. Я удлинитель возьму, пожалуй. Но он мне слэш. 200 урона на выйде. Еще и бэктрек, наверное, да? Я БКБ. Тени в спине можем? Дай скушать его, позамедляй. Ребят. Течка, бучка, солянка. Да, вот это я согласен. О, тепло, хорошо. Че там? Вы под фонтан за всю бой? Да не. Ч
Сейчас стоснет. Да, да, дружище, полетел. А, реально полетел, блин. Пацанчик-то реально умер. Ооо, ребят. Ну, я вижу, вам нравится в доту играть, да? Дота интересная игра. Посидим. Фамилия генерала? Виктор Негрини его зовут. Я не буду бояться, не допиду. Да, если я пройду эту игру, это будет нереально заслуженная катка, я не буду больше стримить. Все равно, да. На болото сбрать, чтобы мне совесть дружить. Найс, найс, дотату. Ладно, хоть никто шмотки не разбил еще. Шарт. Дабл дэмэдж Тайни, Инборо, Джак Рипер. Проебали. Джаггер с рапиркой. Раз рапирка, два рапирка. Александр Юрьевич. Хуенно! Рапиру взяли? Рапира лежит. Ладно, я стало похуй на игру еще больше, чем нам. Я даже теперь не знаю, кто хуже, мы или они, вот после этого мува, ну вот просто понять не могу. No. Да, еще бы с кайфом на бучке с тещикой поиграл бы. Мали Сайрус.